При работе на маршрутах патрулирования инспекторы побеседовали с водителями, напомнив о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения. Особое внимание обращалось на правила перевозки детей в салоне автомобилей. В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения, которая проходит с 18 по 22 сентября 2023 года, сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о правилах перевозки детей пассажиров, рассказали родителям и водителям о способах безопасной перевозки детей с использованием специальных детских удерживающих устройств и привели примеры дорожных происшествий, произошедших на дороге. Согласно требованиям правил, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с исключением детских удерживающих систем. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет включительно на переднем сиденье автомобиля также должны быть пристегнуты с помощью автокресла или бустера. На заднем сиденье пассажиров данной возрастной группы допускается перевозить с использованием штатных ремней безопасности. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям, что согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований о перевозке детей без детских удерживающих устройств предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. Всем водителям вручили листовки по правильному подбору удерживающих устройств.